Личность космического масштаба. Сегодня 110 лет со дня рождения Сергея Королева. Конструктор ракет и спутников, открывший новую эру в истории. Человек, на долю которого выпали страшные испытания. В 1938-м был арестован по доносу, прошел через пытки, потом тюрьмы и лагеря. Сегодня в подмосковном Королеве установили мемориальную доску на доме, который Сергей Павлович построил на свои деньги для коллег. А на центральной площади города открыт памятник. Сергей Королев и рядом Юрий Гагарин. На церемонии присутствовала дочь конструктора. Здесь зарождалась наша космонавтика. Я считаю, блестящая идея была поставить памятник именно в этом месте. Потому что мы, глядя на этот памятник, можем окунуться в 1961 год, когда первый человек, наш русский человек, полетел в космос. Напомню, с именем ученого связаны важнейшие достижения 20 века. Первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос, проект орбитальной станции. Биография Сергея Королева была засекречена. Страна узнала его имя только после смерти конструктора в 1966 году.